Трилогия Джона Толкина стала литературной классикой 20 века. Экранизация Питера Джексона – одним из самых влиятельных фильмов начала века 21-го. После этого мир Средиземья просто обязан был воплотиться в какую-нибудь виртуальность. Он и воплотился. Многопользовательская игра «Властелин колец» онлайн уже завоевала много сторонников и постоянно вербует в свои ряды все новых эльфов, хоббитов, гномов, а для разнообразия даже людей. 1 декабря 2009 года игроков ожидает выход очередного расширения под названием «Осада Лихолесья», в котором мир Толкина приобретет новые черты и станет еще более богат на сюрпризы. Изменения коснутся системы рукопашного боя, верховой езды, создания оружия и доспехов для персонажей. В игре появятся дополнительные линейки квестов, новые эпические приключения, в общем, все то, что поможет вам после работы или учебы с головой окунуться в реальность толкиновского мифа. Its voice haunts my dreams, steals my sleep. Один мой знакомый, кстати, говорил, что в эту игру его привлекла не страсть к приключениям, а давняя и прежде совершенно несбыточная мечта — посидеть с удочкой на берегу Андуина. Вот так и живет виртуальное Средиземье. Накопать виртуальных червячков, закинуть виртуальную удочку, поймать что-нибудь в высшей степени виртуальное, а потом пойти и нарубить орков про запас, чтобы хватило до следующего расширения. Служба новостей TV2Go.